Всем привет! Мы приехали сегодня в китайский, в азиатский ресторан. Я вам покажу, какие там есть блюда, что мы будем заказывать. В общем, очень он внутри красивый, симпатичный. Пойдемте отведаем. Всем приятного просмотра! В ресторане нас встречает вот такой вот фонтанчик с рыбками. Нас провожают. Такой стол. Смотрите, какой он огромный. Здесь интересная очень кухня. Такой красивый супчик мне принесли с морепродуктами. Жареные устрички. Вижу, такая морская тарелка. Краб, палочки, мидии, кальмар, креветочки. Красивая, он будет это все складывать. Все такую красоту будет складывать. Сюда. Нам приятного аппетита. Еще ракушки. Какой кревет. Теперь ожидать, пока она сварится, да? Посмотрим, что там у меня. Мидия, креветочки, кальмары, креветочка сварилась, да? Такой бульон, кажется, на видео, что зеленый, а вообще он желтенький. Да, это карри, бульон с карри. О, мидия. В ресторане. Такие вот. Статуя, наверное, какая-то сценка. Такой вот ресторанчик с сценкой. Были на шопинге, скупились продуктами, а сейчас хотим помыть машинку. У нас, правда, дождь, но, как всегда, моется машинка, моется лодка, яхта только тогда, когда приходит дождь, идет дождь. Там покупочки вам придем, покажу. Сейчас поехали на автомойку. Такой здесь автомат. 10 баксов. За $10.
помыть машинку. Аж страшно было, они все такие щетки, обдув тоже такой звук. Классненько, мне понравилось. Так, были на закупочке, у нас идет дождь, но мы поездили, помыли машинку, это понятно, дождь идет. Сделали покупочки, купили, вот покажу вам, что виноградик фунт, $1.25, фунт это 400 грамм. Это у нас вышло где-то $1.60, вот такой пакет большой. Значит, мандаринки $3, такая большая пачка, около килограмма. Бананчики купили, ну бананы у нас из фруктов самые дешевые, это даже доллара нету. За фунт, за 400 грамм бананы у нас 50 центов. Вкусненькие. Потом фисташки взяли, полкилограмма $5. Но это неплохая цена. Вкусные, хорошие. Значит, хлебушек. Мы берем хлебушек итальянский. Он, ну, не такой американский, тягучий. Он долго не лежит, но очень вкусный. Вот эта буханочка такая, $4. Шоколадка итальянская. Вкусная очень. $3, $2.99 или $2.79, что там вкусное, с орешками, с фундуком, с изюмом еще. Молочный шоколад. Это, кстати, не Италия, Германия, из Германии, очень вкусно. Итальянское молоко, я им постоянно пользуюсь, очень легко и вкусное, он уже сладенькое. В кофе добавил немножко, надолго хватает. $3 такая банка, но выгодно брать ее, надолго хватает и вкусное реально молоко. Значит, что дальше? Масилка. Камбуча, около $3 такая вот, ну, замесь пива, как у нас квас похоже, да? Ну, камбуча муж взял попить. Значит, что у нас еще? Сметанка $1.70, вот такая вот, полкилограмма, выход на вкус, надолго лежит. Хороший бренд, мне он нравится, вкусненько. Значит, макароны, это $5 за 10 штук, очень вкусные, советую, может кто-то знает бренд, это с Италии, итальянский бренд, вкусные, ну $5, они дороже стоят, хорошая цена для такого количества макаронов. Взяли две котлетки попробовать, как котлета по-киевски, только внутри бри, сыр, ну, очень вкусный, вместе с яблоком. Наверное, сочетание интересно, куриная грудка, бри и яблоко. Попробуем, скажу, может быть, скриншот сделайте себе, увидите, возьмите. Это, знаете, наверное, тоже Италия. Здорово, попробуем. Сырочек, обычный $1.70, вот такой порезанный.
сырочек и рыбку лосось, $8 за 400 грамм. Ну, лосось у нас распространенная рыба, доступная рыба, можно брать, солить, варить. Мы запекаем такой кусочек рыбки, $8. Все, наши продукты закончились, сделали закупочку, машинку помыли, дождь продолжается. В общем, всем хорошего дня!